Так, я взяла спицы, девчонки, они у меня потоньше. Вообще для этой пряжи нужны толще спицы, но я хотела потуже, поэтому взяла 4,5 миллиметра. Пряжа у меня диаметром, название не говорю, она здесь куплена в Чехии, поэтому озвучиваю только диаметр. Это 100 метров, это 100 метров в 100 граммах. Вот, что я делаю дальше? Я набираю 40 петель на одну спицу, потому что пряжа толстая, чтобы не было там узлов таких. Так, 40 петель. И вяжу лицевыми петлями, платочной вязкой 5 рядов. Изнаночную провязываю 5 рядов. Кромочную провязываю изнаночную. И вот таким вот образом я вяжу 5 рядов. Так, вот я провязала 5 рядов. Сейчас я вам измерю, сколько это ширина этого. 30 сантиметров, девчонки. Это я считаю, что для всех женских размеров это нормально. Ну, как бы этого хватит. Для мужских можно 50 петель набрать. Так, я теперь отделяю среднюю часть. Для этого я провязываю 15 петель. 3. Вот. Одеваем маркер, хотя он по сути здесь и не нужен, ну пока, чтобы мы не продвинулись дальше. Теперь здесь у нас остается тоже 15 петель, с каждой стороны по 15, и средняя часть это 10 петель, которую мы будем вязать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10-ю. Вот она, 10-я петля, но мы уже будем, ой, и 10 изнаночная петля, вот. То есть мы отделяем от вот этого, от вот этих 15 петель. И вот она, 10-я. Здесь уже, по сути, маркер не нужен, оно будет видно. И мы сейчас вяжем вот эти вот 10 петель. До на ноге меряем до начала мизинца, не конца, когда где он заканчивается, а там, где начало мизинца, где нога начинает сужаться. Вот до начала мизинца мы вяжем вот эту вот среднюю часть. Так, хочу вам показать наглядно. Я провязала 20 рядов. Вот, смотрите, вот как бы по ножке вы меряете, да? Вот, и вам нужно до основания мизинца довязать. Вот оно. Видите, далее мы будем делать вот такой вот мысик. Для этого здесь у нас 10 петель. Для этого я буду в каждом лицевом ряду сокращать по одной петле. Где-то приблизительно, девчонки, здесь у нас не получится совсем в середине. Вот так визуально смотрите. Примерно в середине вязания мы провязываем 2 петли вместе. В изнаночном ряду ничего не делаем. Так, в лицевом снова провязываем 2 петли вместе. Этих сокращений у нас будет 4 или 5 на эту, ну, как бы на эту толщину вязания, на эти толстые нитки 4 или 5. Так, ну вот, я уже в принципе 4 петли сократила. Вот, сейчас я вам промеряю в сантиметрах, чтобы вы понимали, если вдруг вы будете вязать из тонкой пряжи, что я вам не рекомендую моментально такие тапочки протрутся. Вот, я сократила 4 петли. Теперь я вам сейчас
измерю вот эту часть для понимания картины. Значит, 12,5, всего 25 сантиметров, то есть длина тапочка. По сути, вот эта вот часть у вас должна составлять длину всего, вот длину, вот это вот число у вас должно быть, вот эта вот часть ориентировочным. Вот теперь что я делаю дальше. Здесь мне нужно добрать петли. Для этого я вот так вот перемещаю нить, чуть-чуть делаю запас, чтобы мог носок натянуться. И здесь из каждой кромочной я вытаскиваю по одной петле. Одна петля, вот видите, у меня не из, ну, по сути, из кромочной. Одна здесь дополнительная будет по-любому, потому что, чтобы не было дырки. Два, я считаю. Одну мы вяжем нормально, вторую мы вяжем, вот эту нить поднимаем, чтобы ее захватить. Три. Четыре. Пять. Шесть. Запоминаем это число, потому что нам нужно будет с другой стороны. Вот видите, добрали мы 15 петель. Теперь провязываем эти 6. Если тонкая пряжа, у вас их там будет больше, потому что у вас будет больше провязанных рядов. Вот, и здесь вот мы эти же 15 петель мы набираем с этой стороны. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Все, еще добавляю эти петли, и теперь я буду вязать все полотно целиком. Так, вот оно, сейчас я вам покажу. Вот так вот это сейчас выглядит. И мы вяжем таким вот образом. Вязать мы будем, девчонки, незаконченными рядами. Сейчас вот этот вот еще один ряд я провяжу. И со следующего ряда начинаем незаконченные ряды. Так, провязала я изнаночный ряд, и сейчас с лицевого ряда мы начинаем наши незаконченные ряды. Вот, для этого вяжем ряд до конца. Незаконченные ряды будут и в лицевом, и в изнаночном ряду. Вот так вот я передвигаю, потому что оно плохо как бы... плохо получается на сплошной, как бы ехать по сплошной. Так, не довязывая до конца ряда, 2 петли, смотрите, 1, 2, и поворачиваю работу. Здесь делаю воздушную петлю, вот так вот захватываю. Хорошо затягиваем и вяжу изнаночный ряд. Здесь вот видите, у нас осталось не провязанными 2 петли. Так, в изнаночном ряду точно так же 2 петли я оставляю, поворачиваю, делаю воздушную петлю и вяжу лицевой ряд. Вот они, 2 петли.
Так, здесь вот далее мы что мы? Мы довязали следующий ряд. Вот у нас те две петелечки оставленные. Вот у нас воздушная петля и две следующие петли. Мы оставляем две следующие петли. Так будет в каждом ряду. То есть с этим, с воздушной петлей у нас получается 3 петли. И вот мы вяжем в каждом ряду, мы не довязываем вот эти вот, вот такие вот секторы по 3 петли, если считается воздушной. Вот, смотрим, видите, здесь у меня вот так вот это выглядит. Вот сзади у нас как бы такой скос, поэтому у нас тапочек будет как бы уменьшаться, снижаться. Вот всего у меня связано как бы 3 незаконченных ряда, вернее, ну, всего 6, если считать и лицевые, и изнаночные, вот они тоже. И далее я соединяю все вязание, все вот эти петли в незаконченных рядах. Это я уже вяжу 7-й ряд, то есть 6 рядов мы вяжем незаконченными рядами, включая в это число 6 и лицевые, и изнаночные ряды. То есть по 3 раза с каждой стороны у нас эти незаконченные ряды. Теперь я просто соединю это все и будем вязать подошву. Так, вот мы приблизились к воздушной петле, которую мы провязываем лицевой со следующей петлей. Таким вот образом. И то же самое сейчас мы сделаем в изнаночном ряду. То же самое, изнаночный ряд, воздушную петлю мы провязываем со следующей лицевой, для того чтобы закрыть вот эти вот дырки. Для этого нужна эта воздушная петля. Все, далее, девчонки, сейчас я вам покажу, как это выглядит. Вот для мужских хочу оговориться, делайте не 3, а допустим 4 или 5 незаконченных рядов, то есть всего 10 или 8. Вот, то есть вот эта часть будет выше. Сейчас я измерю вам, сколько у меня на данном этапе. Вот. Ну, 3,5 сантиметра у меня высота вот этой вот части. Всего у нас 66 петель. Значит, по центру у нас будет 10. По бокам по 28 петель. Сейчас я считаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 28. Вот они. И здесь 28, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Вот 28. Здесь у нас по бокам по 28. Здесь у нас 10. 1, 2, 3, 4, 5. Точно так же, как и здесь. Но опять же, мы будем последнюю петлю теперь в этом этапе. Здесь мы просто вязали такой клинышек по 10 петель. Из 10 петель. Здесь же мы 10 и 11 петлю провязываем вместе. То есть мы будем по одной петле передвигать в сторону. И вяжем только эти 10 петель с боковых частей. Забираем в каждом ряду по одной петле. Вот 10 петля. Здесь уже маркер не нужно, будет видно. 10 и 11 я провязываю вместе. Поворачиваю то же самое. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Здесь видно, да? После 10 у нас дырка. 10 и 11 мы провязываем вместе. Итак, продолжаем, пока у нас не останется. Вот мы будем вязать эти 10 петель, пока у нас не сократятся вот все эти петли с боковушек. Смотрите, приблизилась прям в конец. Осталось у меня вот эти 10 петель центральных. Вот, вот так я передвинулась прям в самый конец.
Теперь я эти петли закрываю. Так, последнюю петлю оставляю. И еще крючок у меня 5,5 миллиметров. Так, последнюю петлю одеваем на крючок. И вот так вот я провяжу по кругу, обвяжу. Чтобы был какой-то эффект законченности. Вот видите, я обвязала и сейчас здесь вот по кругу обвязала, и здесь вот такие вот ось. Вот уже ж показываю столбиком, а здесь пару полустолбиков, чтобы просто завершить это вязание. Вот, и ниточку здесь обрезаю, сейчас из ножницы не взяла к себе. Вот такая вот заготовка, тапочка. Вот сейчас сделаем подошву, и все у нас будет готово. Так, и последним штрихом, девчонки, стелька. Стельку я сделала по моему видео, смотрим в описании. Вот, только я использовала не готовую, а обвела свою ногу и вырезала из фетра. Вот, и пришила.